Добрый день! Сегодня, наконец-то, я еду в более длительную поездку, чем катание-мотание по Побединке. И еду по просьбе моей подписчицы. Я давно уже собиралась туда съездить, но карантин и нескончаемые дожди не дают мне туда поехать. Сегодня я хотела тоже не по самое пекло, как сейчас еду, ехать, но, посмотрев на прогноз погоды, возможен дождик к вечеру. А дорога вся в лужах. И сейчас, хотя и вчера, и сегодня не было как бы дождя, немножечко подсохло. Кругом вот такие вот лужи. Вот. И я спешилась, потому что, знаете, не хочется в начале пути свалиться и изваляться в грязь и пойти назад. Сейчас я стою на том месте, куда я уже до этого доезжала. Вот это туда дальше, за вот эту посадочку, дорога, которая идет параллельно Заречному. Побединка там. Здесь вот такие высоковольтные провода. Не очень мне под ними комфортно стоять. А Ермолова, я полагаю, наверное, вот там. Вот, на сейчас я проехала где-то порядка 4 с лихой километров. Ну, сейчас продолжу свой путь. В общем-то, не так уж и далеко. Вам показать, какие тут рытвины намыло в связи с вот этими дождями. Так, туда попадешь, мало не покажется. Добралась я, ребятки, до дороги. Духотища невозможная. Я вся обливаюсь потом, стою на жаре. Дорога вся вдоль желтыми цветочками, которые изумительно сладко пахнут. И дорога вот туда вот на Заречный. Вон Дмитриевский монастырь. А нам вон туда, где виднеется, я так думаю, бывшие фермы. Исторические всякие справочки я вам вынесу в отдельное, дома засниму. Итак, немного исторической справки про Ермолова. Деревня, она была основана, тогда еще она была деревня, где-то в годах 1594-1597, может быть и раньше, но в писцовых книгах она именно значится так. Основана она переселенцами из деревни Дмитриевка, и это были выходцы из Дмитриевского монастыря. То есть у нас, как вы знаете, здесь есть Дмитриевский монастырь, который, наверное, обладал большим, так, по тем временам большими полномочиями, большой властью. И вот жители, которые жили в Ермолово, платили оброк, арендовали у монастыря земли и... как следствие, не были очень богатыми, так как очень большую часть своей, часть заработанных денег они были вынуждены отдавать именно в монастырь. Название деревни Ермолова происходит от первого переселенца Ермолая, Ермолы, которого в народе еще называли Ермак. Ну, не знаю, тот ли этот Ермак, про которого мы все знаем. В общем, как бы, грубо говоря, информации такой именно я не подчеркну. А сейчас просто едем смотреть, что собой представляет Ермолова. До этого места, вот до этой развилки, ровно 5 километров от моего дома. Ну, в общем-то, то же самое, что если бы я доехала от дома до работы. Ехать мне не тяжело, но, конечно, жар. Надеюсь, какие-нибудь добрые люди мне там дадут водички налить, пополнить свои водяные запасы. Первое, что нас встречает с вами при въезде в Ермолова, не табличка Ермолова, а пилорама. Ну вот она, Ермолова. Поля возделаны. Плюсик. Ну, дорога, как везде. Трафик. Трафика никакого нет. Село-то, в общем, село, я не знаю, деревня, село. Так, тетенька что-то сказала, сколько мы проехали. Наверное, 6 километров. Вот она, Ермолова. Ну что, поехали? Проезжаю мимо пилорам, прям пахнет деревом свежеспиленным. Начинаются жилые дома. На въезде магазин. Ну, мусорка, как всегда. После магазина, отъехала от него, там маргинальные личности собираются, как бы праздновать сегодня, наверное, троица. Не хотелось бы, знаете, нарываться на пьяные конфликты. Сразу начинается кладбище. Насколько я поняла и читала, у Ермолова есть вот эта центральная улица, и от нее вот так вот отходят порядки. Вот такое расположение улиц в Ермолово,
которые вот так вот параллельны друг другу и которые пересекают вот одной улице, обусловлено тем, ну, вернее, так думают, что обусловлено тем, что в конце 17 века сюда были сосланы стрельцы. И то есть они вот как бы принесли такую культуру сюда в массы, и именно вот такое построение такой деревни, такое вот петербургское, как говорится, построение, было вызвано именно ссылкой вот этих стрельцов после стрельцового бунта. Я планирую доехать до конца и по порядкам вот так вот проехаться. Сейчас спросила двое молодых людей, таких приятных шли, девушка с парнем. Говорю, что у вас красивого есть? Немножко их вопрос завел в ступор. Ну, честно говоря, меня бы тоже, если бы мне на Победеньке сказали, что у нас красивого, завел бы в ступор. Ну, в общем-то, церковь – единственная достопримечательность, видимо. Ну и природа красивая. Вот еще один магазин продуктовый. Тут, видимо, центр жизни. Давайте заедем, сразу посмотрим. Здесь памятник героям войны. Продукты. Мне сказали, что тут очень много детишек со Средней Азии. Так, уже троих встретила. Ну, как я подумала, это как бы центр, постсовет, медпункт, библиотека. Мы сейчас подъедем и посмотрим, как выглядит власть в Ермолово. Вот так выглядит постсовет. Там, значит, второе – это медпункт и библиотека. О, у них даже остановочка есть. Здесь, видимо, маршруточка ходит. И вот еще один какой-то деревянный магазин. Не знаю, работает, нет. Какой-то крест стоит. Ну, богатством архитектуры не отличается. Как вам расскажу позже, изначально этот поселок не был никогда. Поселок, село, деревня, ну, давайте не будем сейчас придираться географическим названием. Изначально он не был никогда богатым. Большинство населенных пунктов у нас выглядит, ну, приблизительно вот так. Не я одна на велосипеде ездию. Постоянно съемку здесь с руки невозможно осуществлять, потому что явно колдобины, благо у меня колеса толстые. Хотела вам лошадок показать сейчас. Смотрите. Лошадки, жеребятки. Какая прелесть. Квакают лягушки, значит, где-то вода. Знаете, я вам хочу сказать, самое ценное – это первое впечатление, когда ты первый раз куда-то приезжаешь. Когда ты уже едешь второй раз, ты уже не сможешь передать вот это первое впечатление, нельзя, как говорится, произвести дважды. Смотрите, до какого живописного места я доехала. Там Ермолово, а здесь Вёрда. Река, здесь у нее как раз вот такой изгиб. Расстояние 9 километров, время 1 час 10 минут 59 секунд. Вот, я проехала сейчас 9 километров. Знаете, проехала и не заметила. Единственное, конечно, мне жарко, душно. Вообще, в принципе, из-за того, что постоянно шли дожди, от земли парит. И мне прям, я вся обливаюсь потом. Ну, ничего, но усталости я не чувствую. И смотрите, как красиво речка изгибается, и вот туда, и вернее оттуда идет по течению, и туда уходит. Давайте немножечко, если я смогу там проехать, проеду. Тут вон даже деревья подтопило. Так, как бы мне тут еще не упасть. По травеньке. Так, если я сейчас упаду, то это будет эпично. Так, коня своего по грязюку, по грязюке тащу. Вот такая тут грязюка. Так, а здесь, наверное, вот это заливное. Что-то такое я читала, если, конечно, ошибусь, скажу. Здесь немножко заболочено, а там река. Здесь тоже вот как бы заболочено. Люди там находятся. Так. Ой-ой-ой-ой, грязюки-то. Если у вас есть какой-то пассивный доход, или вы фрилансер, жить здесь, наверное, неплохо. Конечно, если газ есть. Там отель отдыхает. Чем это проедем? По-другому, конечно, вот такие лужи. Пахнет, правда, вот из-за того, что вот, вот
Тут, видимо, там что-то... Не очень. Хорошо. Вот здесь такое вот водное сооружение. Оттуда вода течет туда. Пахнет илом. Здесь дорога вообще. Но из-за того, что сейчас много воды, она разлилась и, в общем, как бы не представляется возможным, если только разуться пройти туда. Вот. А там дальше мост. А давайте я попробую. Ой, ребят, что не делаешь ради видео? Ну, не знаю, насколько далеко я смогу пройти. О, вода холодная. Так, вот это дорога. Так, ну, машина точно не проедет. Ой, батюшки мои. Штаны надо под это. Блин, вода такая холодная. Блин, течение сильное. Так, ребятки, дальше я не могу идти, так как, смотрите, меня уже подтапливает под колени. А дальше, вы смотрите, видите, дорога. Но проехать здесь нельзя, во всяком случае, сейчас. Там я вижу какие-то деревянные сооружения. Блин, я пошла назад, меня ноги сводят. Ай-яй-яй. Это был, конечно, необдуманный шаг. Потому что я сейчас выйду в грязь. Как я буду обуваться? А вот здесь вода уже тёплая. Нагрелась. Чем хорошо ездить на велосипеде, а не на машине, намного больше ты видишь. Намного больше можешь где-то остановиться, куда-то проехать, куда-то дойти. И никогда не знаешь, какие приключения тебя ждут в дороге. Вот сейчас мне было очень приятно пройтись по воде. Сейчас я обулась и не чувствую холода, а чувствую такую легкую, знаете, приятную свежесть. Но вот эти облачка меня, конечно, немного настораживают. Так, ну все-таки мы с вами приехали в Ермолово посмотреть Ермолово. Поэтому поехали. Итак, давайте проедем по порядкам. Их здесь несколько. Я так полагаю, это первый из порядков. Ну, давайте начнем справа. О, мои друзья собаки. Я, прежде чем поехать в Ермолово, я видела, ну, то есть я посмотрела на карте, как оно расположено. Прочитала про него и именно про вот это расположение улиц, которые параллельно идут друг к другу, называются порядками. И первый порядок, по которому я поехала, он называется заливной. Заливной, потому что его в половодье заливался он рекой Вёртой. Колодец, журавль. Никогда не наливала таким колодцем. Видите? О, здесь граффити. Ну, есть разваленные дома. Этот порядок, как я и думала, называется заливной. Так как его заливает река Вёрда. Знаете, какой дом эпичный стоит. Еще колодец журавль. Здесь он прям так еще обыгран красиво. Я так думаю, тут у многих домов колодцы именно журавли. У нас на Побединке просто колодцы, которые, ну, ручкой с ландшафтным дизайном. Ой, ребята, парит, сил нет. Смотрите, наш дом с верандой. Я, конечно, так вот рискую снимать, рискую вот на каком-нибудь лучше лететь. Впереди прям такой, знаете, домик деревенский, такой, как на открытках, как в представлениях многих. Голубенький, с белыми резными наличниками. С лавочкой, с колодцем. А видите вот эти вот листья воткнутые? Это потому, что сегодня Троица.
принято украшать ветками, листьями дома, расстилать на полу. В общем, такая вот традиция. Вот дом. Часто встречаю здесь такую вот застройку, вот с такими над окнами кирпичами, с водиками такими. Как-то они, конечно, называются. Так, кого бы не задавить тут. Господи. А с этой стороны, видите, колодец другого формата. Вот такие у нас на Победеньке. И на Поплевина, вот такого. Более привычного для меня. Ну вот, и в эту сторону. Я бы сказала, небольшие они в ширину. Дома очень разные. Есть развалины, есть достаточно нормальные, ухоженные, жилые. Так, это все, это тоже уже конец. Флаг какой-то непонятный висит. Так, один из порядков проехали. Я не знаю, что у меня с лицом. Возможно, у меня уже все в грязи и в чем-то. Вот, потому что руки у меня сейчас были в грязи. Следующий порядок. Не будем его нумеровать первый, второй, третий, потому что непонятно нам. Ну, в общем, начинается как лес. Второй порядок – это двойной, состоящий из двух рядов домов. Ну, я не очень понимаю, что такое состоящий из двух рядов домов. Здесь самая главная достопримечательность находится. Видите? Церковь. Вот самая главная достопримечательность – это церковь. Значит, это село. В 1839 году Ермолово приобрело статус села, так как тут была построена церковь. Честно говоря, я представляла ее большего размера. Какая-то совсем маленькая церковь. Ну, наверное, функционирующая. Хотя висит замок. Хотя сегодня Троица. Должна была бы быть, по идее, служба, наверное. Очень маленькая такая, уютненькая. Ну, с точки зрения архитектуры, я бы не сказала, что она шедевр. Но это все-таки не город, а село. Церковь Дмитрия Солунского, покровителя военнослужащих, в общем, военного тела, все такое. Так, улица двойная написана. Но мне кажется, она должна быть церковная. Раз церковь на ней стоит. Ну, в общем-то, уточним потом. Впереди нас ждут препятствия в виде гуся, который может схватить сейчас меня. О, гуси очень умные птицы, но достаточно агрессивные. Тега. Слышу раскаты грома. Очень надеюсь, что они нам позволят с вами закончить съемку. Ну, какой-то он, знаете, заросший весь. Обжитой, я бы сказала. Батюшки ты мои. Все кишки вытрясешь по такой дороге. Меня интересует огромное количество колодцев. Здесь нет водопровода, что ли. Так, все, конец улицы. Поедем. Ой! Вот так она выглядит. Поедем назад. Здесь довольно много выходцев из Средней Азии. Видимо, дома здесь стоят недорого. Сейчас спросила у местных жителей, есть ли у них в поселке вода и газ. Они сказали, есть и вода, и газ. Но много колодцев. А вот с дорогами напряженка. Местами мне приходится идти пешком. О, видите, подкова. Блин, 3 дня. Вспоминала, что такое подкова, на счастье, оставленная. Вот такая улица тут. Машины нормальные стоят. Собаки к мой бич. Так и загрызут куда-нибудь. Боюсь их прям. В эту сторону поинтереснее. Крыло этого порядка. Так, все. Я думаю, это последний дом. Не будем беспокоить бабушку. Я там видела перешеек, поэтому я не буду снова выезжать, а просто, слава богу, смогу сразу перейти на другой порядок. Так, вот этот поворот. Мне не придется бежать, то есть ехать через ту злющую собаку. А, как вы знаете, собаки меня в последнее время не любят. Я чувствую накрапывание дождика, такое
Редкая. Редкая. Улица Центральная. Должна быть самая красивая, наверное. Ну, давайте. Ну, она, во всяком случае, асфальтированная. Я так подозреваю, по этой улице как раз и ездит маршрутка. А, церковная. Слепая. Мантышка. Следующий порядок – это церковный. И вот у меня некий диссонанс. Церковь стоит на порядке двойном, а другой порядок называется церковным. Почему именно так? Ну, я не знаю. Если знаете, напишите. В 30-е годы вот этот порядок церковный, он был переименован в кооперативный. Ну, понятно, в то время не могла улица называться церковной. Многие улицы в советское время переименовывались. И сейчас, я так понимаю, вернули историческое название. Река Пёрка. Конец Ермолова. Вот она, река Пёрка. Невеликая речка. Сейчас будем приезжать вот с этой стороны, с левой. Дом продается. Вдруг кому захочется после моего обзора приобрести домик. Попросила сейчас мужчину водички себе налить, чтобы не на обратный путь. У него такой пес красивый. Вот такой красивый дом продают. Если кто захочет, вот вам телефон. Обращайтесь. Домик хороший, рядом с речкой. Не, вот эта улица мне нравится. Дорога, домики такие хорошие. Ну, как всегда, конечно, в центре лучше, чем в задворках. Ну, асфальт только на этой дороге и вот в середине коридора. Больше, ну, не знаю, дальше проедем уже, дальше тоже асфальт. Дизайн деревенский. Так, выехали мы с вами к центру жизни. Давайте еще в ту сторону проедем. Так, здесь уже дороги нет с этого крыла этой улицы. Не, магазин все-таки не работает. Ступеньки заросли травой. Вот тоже, видимо, когда-то был магазин, судя по табличке. Все, добралась я до конца этого порядка. Ой, батюшки мои, церковного. Едем дальше к следующему порядку. Заезжаем на очередной порядок. Сейчас где-нибудь увидим на его название. Я надеюсь. Ну, все, дорога кончается. Только щебнем выложенная. За, значит, церковным идет красный порядок. Он считался самым красивым, самым центральным, самым хорошим. Все, в конце порядка я нашла, как называется он. Он называется красный. То есть, по идее, раньше он был самый лучший, даже лучше церковного. Ну, сейчас как бы не знаю. Козочки, барашки. И козочки, барашков нет. Разваленные домишки. Дома здесь очень разные. Ну, таких прям вот дворцов я не видела. Как, знаете, иногда там в других местностях у нас здесь встречается. Ну, такие добротные, хорошие домики. Ну, достаточно много есть. Так, куда эта тропинка меня завела? Домов уже нет, тропинка есть. Ну, давайте проедем и пешком идем. После такого достаточно приличного прогала снова есть дома. Тут уже прям подтоплено. Пошел дождь. Блин, хватанула воды. Пошел дождь. Но светит солнце. И еще жарче от этого. Не знаю, стоит ли дальше ехать. Есть ли там дальше дома. Уже все развалено, завалено.
Ну, я, знаете, с вашего позволения дальше не поеду. Во-первых, там грязь. Я уже даже пожалела, что я эту лужу прошила. Не думаю, что там чудеса архитектуры. В другое крыло порядка едем. Я прям жду, когда какой-нибудь тенек, хоть маленький будет, воды попить, постоять немножко, передохнуть. Везде эти колодцы, журавли здесь. Это прям какая-то вот продается дом, если кто хочет. Вот он, тенек благословенный. Сейчас я остановлюсь. Дороги здесь нет. Хотя, конечно, есть тут щебень. Не совсем уж, но местами, наверное, вот такая фигня будет присутствовать. Опять скрипит. Так, коровка. Атрибуты деревенской жизни присутствуют. На улице Красной. Коровка, теленок. А много ли коров дает молока? Водичка коровки. Ой, боже мой, какой хороший. Хорошо, что он меня боится. Я сама его боюсь. Это можно было бы выехать с церковной улицы сюда. Вот. Тетенька сказала, что за 2 часа мы 19 км намотали уже на наши колеса. По-моему, 19 она сказала. Ну, в конце я подобью, сколько я всего наездила. Так, я так подозреваю, подъезжаем к концу. Тут по-прежнему меня собаки хотят загрызть. Хорошо, что они сидят на привязи. Хотела вам показать вот с этой стороны поселка речка Перка, ту, которую мы там с вами возле моста видели. Ну, она, конечно, не такая живописная, как Перка. Маленькая речушечка. Ну, гусей можно завести. Собак немножко развлекла. А то скучно сидеть целый день, хоть кого-нибудь облаять. Выехала я с Красного порядка, направляюсь дальше. Я пока не видела школы. Я не знаю, есть ли школа или нет. Так, вот еще один порядок. Так, вон даже есть табличка. Сейчас мы посмотрим, как он называется. Навлянка. И последний или первый, я не знаю, смотря откуда, в общем, вы смотрите, это Навлянка. Порядок Навлянка, там селились, как я прочитала, жители, которые приезжали самые последние, новые жители, строились. Ну, это, забегая вперед, из того, что я прочитала, это самая новая улица, здесь селились самые, ну, в общем, новые жители. Но улица-то новая, а проблемы-то старые. Отсутствие дороги. Какие здесь площадки. В общем, спросила у местного жителя. Школы сейчас в Ермово нет. Была когда-то на улице Церковная. Но когда я ехала, нигде ничего похожего не видела. Вторая у меня дозаправка. Ну, не сказать, что у меня была она полностью пустая. Но все равно, так как она уже больше, чем наполовину была пустая, я попросила из колодезной водички. Так что уже 3... Ну, не 3, конечно, литра. Но 2 литра я выпила. Что еще хотела отметить, я думаю, что здесь или без велосипеда, или без машины, конечно, тяжеловато, потому что расстояние от каждой улицы далеко. Я не знаю, может, они, конечно, между собой как-то там пересекаются, но особых таких пересечений я не видела, кроме вот одного. Нет, 2. И поэтому, если здесь от конца в конец ездить, то желательно иметь велосипед, мопед или еще что-либо. То есть вот у нас на Побединке все как-то более-менее скучно, и там не проблема, докуда дойти, то здесь все-таки далековато расстояние. Водица, кстати, в колодце хорошая, вкусная. Так, едем дальше. Такие домики здесь. Типичные для нашей местности. Может быть, и для всей России. Знаете, мне вот нравится, когда красят дома в голубой и с белой. Километр я уже наездила, 3 часа на это потратила. То есть, я так понимаю, этот поселок прям выходит на свинушки.
каким-то образом. Ну, вот прям по этой улице, потом свернуть на немного налево. Посмотрим, попробуем. Вон вдалеке станция, которую мы с вами стартовали. Ну, как стартовала-то я с Побединки, начала снимать отсюда. Так что мы параллельно идем. Постоянно приходится спешиваться, дабы куда-нибудь колесом не угодить и в грязь не завалиться на бок. У хозяина, наверное, очень много дверей старых. Весь забор с дверей. Таких внутрикомнатных. Я думаю, все. Это конец этой улицы. Честно признаться, я уж подустала. Блин, там впереди какая-то штука. Наверное, мне придется возвращаться. Зря я только ноги мочила. На моем пути произошла непреодолимая преграда. Я вам хочу сказать, у меня нет никакого желания завалиться в эту грязь. С телефоном, с камерой и с велосипедом. Возможно, где-то можно обойти, но я, знаете, не сторонник этого. Конечно, неоспоримый минус близости вот этой воды, это то, что дороги, вернее, то, что должно быть дорогами, превращается вот в такое месиво местами. О, раз уж я вынуждена вернулась, так как всю нушки не проехать. Проеду уж до конца весь порядок. Прям у меня скрипит потертое седло. Тополиный пух летит. Как я вам и сказала, в эту сторону порядок совсем короткий. И там, я так полагаю, за деревьями речка. Я порядком устала. И жарко, направляюсь домой. Все, уезжаю с Ермолова. Сил делать выводы сейчас нет. Сделаю их позже. Увидите отдельно. Представляете, иду уже, сил мочи нет. Взяла прям, села в траву. Ну, не в траву, конечно, в культурное насаждение. Шла уже, даже идти нет сил. Надо чуть посидеть. Да, трава, конечно, земля сыровата. Долго не буду сидеть. Но просто больше нет мочи. Я нахожусь уже вот в этой точке, и как бы тут уже не так уж и далеко мне до Побединки, но все-таки немного ехать в горку. Укатали сивку, крутые горы. Фух, начал накрапывать дождь. Благо, что я уже возле Романовского кладбища, то есть уже Побединка рядом. Дождик усиливается. То есть если бы я не поехала утром, как я поехала, то не поехала бы вообще. То есть, в принципе, решение было правильно. Немножко я по времени не рассчитала. Я попала прямо в ливень. Я вся мокрая, как мышь. Уж не буду вам себя показывать. И вынуждена идти пешком. Потому что и медленно, чтобы не упасть в грязь. Даже пешком. Вот так вот течет вода. Благо, что я уже на Побединке. Общее количество километров я намотала 33 километра. Я измеряла то количество, что я проехала по приложению, которое у меня есть с телефона. Это Google приложение, тренировки. И изначально оно мне показывало все правильно. Вот до того момента, как было 21 километр. И я захотела поехать, как я вам уже сказала, через Свинушки. И стала, в общем, короче, загружать другой навигатор. И почему-то он меня выбил вот это приложение. И получается, оно перестало у меня считать мой километраж. После этого оно у меня включилось, насчитало мне еще 17 километров. Ну, в общем-то, потом мы перемерили. Никто мне не верил, мы перемерили куриметром по карте. В общей сложности получилось, что я проехала туда-сюда 33 километра. Это тоже, согласитесь, немало, особенно если учитывать, это моя первая вылазка большая на велосипеде в этом году. Устала, я вам доложусь, неимоверно. Я уже на выезде с Ермолова очень устала, но велосипед тема хорошая, в отличие от тренажера, что ты не скажешь, извините, все, я отдыхаю, тебе край ехать домой, никто тебя, как говорится, не повезет. И когда я уже шла по практически территории уже Побединки, ну, по окраине Побединки, влил сильнейший дождь.
Мне пришлось идти пешком, потому что на велосипеде не представлялось ехать. Я могла реально, да, я даже пешком могла упасть, потому что, ну, вы представляете, дороги нет, это жижа, это глина, грязь и потоки воды. В общем-то, можно было спокойно упасть и растянуться, и в грязи изваляться, и, дай бог, ничего не сломать. В общем, шла я медленно, вся вымокла в нитку, я уже не разбирала ни дороги, ничего, у меня уже все кроссовки были мокрые, все полностью, я вся одежда, все волосы мне по мне текло, я уж не снимала саму себя, потому что это было, конечно, зрелище, наверное, не очень. Благо была температура не холодная, то есть дождь лил, но было не холодно, то есть я не заболела. И когда я уже дошла вот до улицы Молодежной, на которой я живу, то есть на Побединке, уже дождь прекратился, и я села на велосипед, доехала. Вот. Что хочу вам, какие выводы я хочу вам сделать по Ермолово? Давайте сначала пройдемся по плюсам. Безусловный плюс Ермолова – это вот эта вот прекрасная, красивая река Вёрта. Пёрка, конечно, это, ну так, речка ни о чем. Ну, во всяком случае, в том месте, где она протекает именно рядом с Ермолово, абсолютно такая не впечатляющая. А Вёрта, да, красивая река. Красивая природа, но, в общем-то, наверное, плюсы особо на этом и заканчиваются в Ермолово. Я не увидела никаких общественных пространств, то есть, грубо говоря, ни погулять с ребенком, нет ничего такого. Вот я сравниваю, например, с Побединкой. У нас Побединка тоже не ахти какая там, вот прям, сейчас жители Ермолова скажут, сама там приехала с Побединки, но у нас, во всяком случае, хотя бы есть, в отличие от Ермоловой, сейчас уже есть парк, где дети гуляют, есть аллея, это из общественных пространств, скамеечки, где могут посидеть люди, отдохнуть с колясочками. У нас есть школа, в Ермоловой нет школы, хотя... Школа в Ермолово, первая школа была организована в 1861 году. В Ермолово была организована мужская школа, и там училось 35 мальчиков. И, в общем-то, и в советское время школа там была, я так понимаю, но потом ее, наверное, она стала нерентабельна, потому что население, я вам сейчас тоже хочу сказать, численность населения в 1897 году 1654 человека. В 1906, то есть до революции, 2255, и по переписи 2010 года всего 475 человек. В общем, на большинстве улиц дорог нет. Еще какой там минус, от каждой точки поселка довольно-таки приличное расстояние, то есть пешком там не находишься, это нужно либо ездить на велосипеде, на мопеде, на машине, на чем-то таком, потому что, ну и как бы особой нужды нет, потому что никаких точек интересов в поселке нет. Вот единственное, что там есть церковь, но опять-таки это, ну, не всем нужна церковь, знаете, не все посещают церковь, и как бы это, ну, не могу считать, что это какое-то общественное пространство. Опять-таки, сравнивая с Побединкой, у нас все-таки есть поликлиника. Какая-никакая, но есть. Ну, магазин в Ермолово тоже есть. Близость к дороге, это тоже у нас Побединка одинаково. И все же еще, опять плюс, например, по сравнению с Ермолово, у нас все-таки большинство дорог в центре, во всяком случае, заасфальтировано. Вот. У нас есть, как я уже сказала, школа, у нас тем более еще есть еще детский сад, аптека. Ну, в общем-то, инфраструктура в Побединке отличается в лучшую сторону, нежели, например, в селе Ермолово. И численность населения тоже в Побединке. Еще такой, еще минус, наверное, Ермолово, ну, в общем-то, как и Побединке, отсутствие работы. То есть на въезде в Ермолово есть пилорама, но я не думаю, что она может обеспечить рабочими местами большое количество людей. Есть, конечно, наверное, магазины, продавцом можно работать, может быть, там почта, постсовет, но, в общем-то, никакого производства рядом нет. То есть людям абсолютно нужно где-то искать работу, куда-то ездить. Ну, наверное, самое ближайшее – это наш Скопинский автоагрегатный завод. Несмотря на это, все равно мне Ермолово понравилось. Опять-таки, я вам хочу сказать, я приехала туда летом.
лето все украшает у нас в России. Конечно, если бы я, наверное, может, приехала бы туда куда-нибудь в глубокую осень, такого у меня было бы совершенно другое впечатление, как вот меня навсегда испортило впечатление о Поплевина, так как я приехала туда 4 декабря.